Волейбол для меня это все, это жизнь. Я, сколько себя помню, а лет мне уже много. Вот, я всегда в этой игре. Это драйв, это снятие стресса, снятие напряжения, это общение, прежде всего, конечно же. Ну, в моей жизни волейбол это все. На сегодня, ну, вы знаете, мне уже 68 лет, я до сих пор играю. Это часть моей жизни. Недаром тренера и любой, кто способствовал моему развитию в волейболе, наблюдают меня здесь. Я не могу их подставить и просто бросить данный вид спорта. Когда ты играешь с детства, когда ты привык к этому, сколько бы тебе ни было лет, ты, пока у тебя ходят ножки, в общем, ты будешь играть. У меня просто не хватит слов описать, насколько это важная часть моей жизни. Не только моей жизни, но и часть меня, частичка большая моей души. Да, это очень круто на самом деле, что дали, в принципе, вообще дали жизнь как бы этому проекту, Кубку нации, как бы в рамках вот этого аватара. Попасть сюда, ну, не все могут, не всех позвали, не у всех есть возможность, поэтому игра здесь – это честь, как бы. Представлять Японию – тоже честь большая. Вопрос о результате, да, это уже другое, но эмоции только положительные. Чувствую какой-то эйфории, потому что мы-то все равно, ну, лично у нас мы как бы представляем целую Новосибирскую область, то есть определенная ответственность, хочется максимально хорошо, красиво показать качественный волейбол, представить свой регион в наилучшем свете. Ну, такой формат очень интересен, когда ты участвуешь. Ну так, виртуально, так сказать, люди смотрят нас из других стран. Я до сих пор под впечатлением нахожусь, насколько организован весь турнир, насколько качественно работают арбитры матча. Это незабываемое ощущение, я очень рад, что мы представляем команду Франции. Дистанционно, так скажем, онлайн, наши аватары, аватары других стран смотрят нас. Переживают. Сами хотели бы, конечно, оказаться здесь, окунуться в эту атмосферу соревнований. Но теперь уже мы, как бы говорится, ждем, когда эта вся неприятная ситуация закончится с коронавирусом. И ждем всех гостей. Я понимаю, как все сложно организовать такого формата соревнования и ребятам, чтобы вот все поиграли, все получили свои формы, эмоции, поделились, познакомились через соцсети друг с другом, с другими странами. Ну да, конечно, было хотелось бы, чтобы мы встретились лично, но современные времена. На самом деле, в первую очередь, я рассчитываю, что у нас будет установлен контакт с зарубежными странами, так как это достаточно хорошая процедура. Они просили у нас фотографии, мы им отправляли. Мы теперь ждем от них фотографии. Вот мы сегодня готовили им подарки, будем отправлять. Так что, да, связь держим с игроками. Мы готовились, собрали небольшие презенты ребятам из Беларуси. Вот буквально сегодня переписывались с ними в промежутке между играми. Они обещали смотреть трансляцию. Да, в Фейсбуке у нас как бы есть группа. Мы выбрали себе тоже аватаров.
Собственно, на контакт мы выходим, общаемся касательно игр и матчей. Наши игры транслируют в социальных сетях в Болгарии. Нас смотрят очень много людей из Болгарии. Мы с ними общаемся, переписываемся, оставляют очень много комментариев по нашим играм, дают какие-то советы. Мы очень рады, что за рубежа идет такая поддержка нашей команды, и мы постараемся их не подвести. Это очень приятно, что за нас болеют не только здесь, в Новосибирске, но и там, в Словении. Ребята, вам всем привет! Здраво, приятели! Я знаю, что очень многие зарубежные команды очень тепло относятся к этому турниру, до сих пор общаются с другими командами, поэтому... Все говорят, что не может быть такого, но я говорю, смотрите, пожалуйста. Вот с этих пор, когда получился, к сожалению, за всей этой пандемии, получился аватар, я думаю, общения будет гораздо больше. И я думаю, что в будущем, наверное, будет турнир какой-нибудь смешанный между командой настоящей страны и командой аватаров. Я надеюсь, что игроки, которые смотрят нас в других странах, тоже впечатлены и приедут в следующем году к нам на этот же турнир.